Пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марине Хлебниковой понадобится пластическая операция. Ее лицо сильно обгорело. Об этом рассказал хирург Андрей Шестаков. По словам специалиста, артистке предстоит пересадка кожи. Если на лице ожог степени 3B, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем. Такая степень поражения – это очень плохо. Хирург уточнил, что при первой степени на коже появляются пузыри, при второй – глубокое поражение ткани. При третьей уже задеты мышцы. Самое опасное – четвертое, при ней задеты кости черепа. Как будет меняться состояние певицы, пока неизвестно. Медик не стал давать прогнозов.